Thank you.
А, кстати, если свободные сотрудники, пускай садятся тоже послушать. Конечно, кто-то есть свободные сотрудники, пускай садятся. Так, ну, наверное, готовы к мероприятию. Хочу сообщить, что сегодня у нас уникальное событие – это проведение выставки Виталия Воловича «Магнитогорская картинная галерея». Сегодня у нас присутствуют гости из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, директор Карпов Валерий Андреевич и заместитель директора по научной работе Леонидова Тамара Леонидовна. Для магнитогорца встречи с Воловичем – это уже не первое. В 82-89 годах были выставки из мастерской художника, были выставки из собственных фондов, были выездные выставки собственных фондов. Имя это знакомо магнитогорцам, но наиболее полно и ярко он будет представлен, я думаю, на этой экспозиции. И подробнее рассказать и представить Виталия Воловича Магнитогорску я хотела бы предоставить слово сотрудникам Ирбитского государственного музея. Итак, да. Начну, наверное, с меня. Карпов Валерий Андреевич, директор Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, дважды теперь уже заслуженный работник культуры, лауреат двух премий, академик Демидовской академии искусств и художественных ремесел, почетный гражданин города Ирбита. Немножко об Ирбите сначала, вернее, о нашем музее. Музей существует с января 1972 года. Начинался как простой обыкновенный городской выставочный зал, который не имел никаких своих коллекций, то есть полный ноль, круглый ноль. И за вот 37 с небольшим лет мы сформировали коллекцию, которая сегодня приближается уже к 12 тысячам произведений. Прежде всего, мы позиционируем себя как музей, специализированный, единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка. И поэтому большинство наших устремлений направлено на формирование коллекции графики. Искусство графики, начиная от эпохи Возрождения, кончая современностью. Широкая зрительская аудитория России, центральных регионов России, Москвы и Петербурга в том числе, хорошо уже знают наш музей. В Магнитогорске мы впервые, мы выставляли активно и много и старой русской графики, и зарубежной. И вот недавно с большим триумфом совершенно прошла по городам и весям России большая выставка от Дюрера до Гойи, три века европейской гравюры, включающая в себя 224 экспоната, которая была презентована в том числе в Москве, в галерее Зураба Церетели, в галерее искусств Зураба Церетели, и даже была показана ни много ни мало во Владикавказе, где сейчас, сами знаете, очень-очень неспокойно. Но, слава Богу, так сказать, предпринятые меры безопасности были оправданы, и выставка благополучно вернулась домой. Значит, то, что касается представляемой сегодня выставки, то эта выставка формировалась практически 35 лет нашей дружбы с Виталием Михайловичем Воловичем, когда мы впервые познакомились в 1973 году. Вот с того времени мы начали формировать его коллекцию. И тогда впервые мы с его согласия приобрели у него первое, что мы купили, это был «Тристан и Изольда». Тогда еще даже не полностью вся серия, он тогда выставлял первые 24 листа на выставке, посвященной 250-летию Екатеринбурга. Это была весна 1973 года в здании Новайнера 11. И вот тогда мы решили купить у него первые вот эти 24 листа. Затем докупили и последние 6 заставок, которые он доделал к этой книжке. И впоследствии, так сказать, мы много и активно общались с Виталием Михайловичем и в плане приобретения произведений, устройства его выставок самого разного уровня, самого разного характера. Это были обзорные выставки, это были выставки отдельных его циклов, в том числе выставка, которая была у нас, вот тоже так она называлась, «Мистерии Воловича», только это была маленькая выставочка, включавшая в себя только вещи средневековых мистерий. Вот. Отдельно выставляли цирк, он так и назывался, «Цирк Виталия Воловича».
и так далее. Кроме того, мы активно и много Воловича возили как персональные выставки по разным городам и весям, и уральских, среди уральских музеев, так и по России. И в том числе и включали активно работу Виталия Михайловича Воловича в сборники, в большие сборники, которые мы двигали также по разным городам. В том числе в 92 году была подготовлена выставка «Мастера уральской графики», там, значит, 26 авторов, 124 работы, которая ходила в Австрию и экспонировалась в 4 австрийских городах – в Вене, в Инсбруке, в Граце и в Браунау. И, естественно, мы получили оттуда самые, что ни следственные отзывы об этой экспозиции, но больше всех, конечно, их поразил Волович. Мы тогда там направили, да, не все, но ряд листов из Отелло, из Ричарда и из Тристана и Изольды. В любом случае, Волович – фигура совершенно неординарная у нас в уральском искусстве. И естественная дружба музея с ним продолжается уже, вот, повторяю, 35 лет. Он активно участвует в различных выставочных программах наших музейных выставочных. Даже в тех программах, в которых он не участвует как автор. Он приезжает, общается с нашей, прежде всего, с молодежью, с подрастающим поколением. И вообще, так сказать, он сделал очень много, оказал нам помощи в формировании коллекции самого музея. Он активно дарил на вещи, и более того, он как бы подвигал на это и других художников уральских, своих друзей, ну, как бы давал им понять, что это необходимо делать. И мы действительно очень многие, от очень многих авторов екатеринбургских художников получали в дар целые коллекции на произведения. В итоге, так сказать, наша дружба вылилось в то, что вот когда мы готовили, уже занимались подготовкой вот этой большой выставки к его 80-летию и 60-летию его творческой деятельности, мы параллельно вышли с ходатайством на нашу городскую администрацию, на городскую нашу думу с просьбой о присвоении Виталию Михайловичу Воловичу звания почетного гражданина города Ирбита. Он так уже почетный гражданин Екатеринбурга и дважды лауреат губернаторской премии. И вот как раз в дни, когда эта выставка в Ирбите заканчивала свою работу, наша городская дума, городская администрация присвоила ему почетное звание почетного гражданина города Ирбита. Красная лента через плечо, удостоверение, все, что этому полагается. Вот. Таким образом, Виталий Михайлович является почетным гражданином нашего города. Состав выставки, немножко я скажу о составе. Здесь все основные его циклы, и книжные, и станковые. Более того, здесь и целый ряд вещей, которые еще пока не являются нашей собственностью. Они находятся на временном хранении. Инвентарные номера об этом четко говорят в списке. ВХ номер такой-то. Но это вещи, которые так или иначе, рано или поздно станут собственностью музея. Потому что у нас есть жесткая договоренность с Виталием Михайловичем о том, что, значит, все эти отобранные для состава этой выставки вещи мы будем в дальнейшем с ним просто рассчитываться за эти вещи, то есть приобретать их, может быть, не сразу все, но потихоньку, по мере того, как кризисная ситуация будет улучшаться, значит, исправляться, будут появляться деньги, будем выплачивать ему за эти вещи деньги. Причем он уступает нам всегда по очень демпинговым ценам. Если другим музеям он как бы назначает цены побольше, то нам он уступает, не знаю, может быть, это особая любовь к нашему музею, особый пиетет он нам испытывает, но он уступает нам по демпинговым ценам. Поэтому мы, в общем-то, в итоге так вот получилось, что мы сформировали совершенно роскошную коллекцию Воловича. На сегодня это самое крупное собрание, самое полное собрание, охватывающее практически все 60 лет его творчества, от самых ранних его вещей 50-х годов и до сегодняшнего дня, и дающую яркое представление вообще о его жизни, его творчестве и так далее. Может, вкратце хотел сказать. Если есть вопросы, вы можете их задать. А вообще, так сказать, о творчестве Воловича я бы хотел, чтобы поговорила мой заместитель по научной работе, Тамара Леонидовна Леонидова, искусствовед с очень большим стажем, которая много лет проработала в Тюмени, в Уфе, потом 13 лет жила и работала в Москве, сама ирбитчанка, и вот решила, так сказать, тоже, будучи уже в возрасте дамой, решила вернуться в родной город. Пришла ко мне в музей в качестве зама по науке. Я этому очень рад, и я представляю ее вам. Сначала вам вопрос можно? Да, пожалуйста. Скажите, это
выставка, вот эта экспозиция, по какому принципу отбиралась? В смысле, вся выставка или вот этого только? Я не знаю, сколько ее. Всего здесь, в составе здесь 311 вещей мы привезли, хотя у нас несколько больше, там где-то порядка 3,5 сотни вещей. Но сюда просто выбрали, так сказать, 311 вещей, которые, так сказать, ну, бесспорно являются лучшими в творчестве мастера. Потому что у каждого же мастера есть вещи и повыше рангом, и пониже рангом, будем так говорить, среднего уровня. Поэтому мы постарались только абсолютно бесспорные вещи вот самого высокого. Они все сериями, да? Они все сериями, да, они представлены все сериями. Здесь и его, господи, самые ранние, его вересковый мед, и малахитовая шкатулка, и, господи, и Отелло, и Ричард, и Тристан и Изольда, и средневековые мистерии, и слово полку Игореве, Эгман, Гёте. То есть все, и Аристея, Эсхила, последняя книжная серия, так и неизданная до сих пор, на 6 листов. Вот. Здесь и его серия «Цирк», здесь его серия огромная, причем включающая в себя и афорты, и цветные вещи. Здесь его огромная серия «Мастерская», последняя, еще незаконченная серия. Здесь 38 работ, это цветные вещи, плюс несколько афортов. Вот. Серия, на которой продолжает работать, и, видимо, она будет иметь солидное большое продолжение. Даже то, что, так сказать, сейчас вот уже здесь представлено, на сегодня эта серия насчитывает уже где-то вместе с афортами около 100 листов. Мы выбрали вот 38 живописных, ну, будем так говорить, цветных вещей, там гуашь, темпера. Вот. И плюс несколько афортов выбрали из этой серии. Называется «Мастерская». Причем первые 30 листов вот цветных, они получили название «Мастерская», просто «Мастерская». А последующие, там более ранние, причем это сам Волович выбрал эти 30 листов, как в такой законченный блок. И кроме того, мы взяли еще 8 листов цветных из более ранних его тоже из серии «Мастерская». Мы назвали «Мастерская 2». Они так в каталоге обозначены, и на этикетках вы тоже увидите, что «Мастерская 2». Хотя они сделаны, может быть, даже более раньше, чем основной блок «Мастерской». Вот. И афорты, которые в основном занимаются сейчас афортом. Он вернулся к афорту, снова травит доски, снова печатает. И, к сожалению, он не смог сегодня приехать, потому что... Кстати, спрашивал он, что такое афорт? Афорт – это одна из разновидностей гравюр, я потом немножко подробно вам скажу. Я скажу просто о том, что Волович не мог приехать, потому что в ноябре с ним случилось несчастье. Он получил серьезную травму, и, слава Богу, прошла операция, все благополучно, все закончилось, он уже ходит, работает. Но пока только врачи запрещают ему переезды на длинные расстояния, потому что травма была с позвоночником, и как раз вот в нижней части, там, поэтому переезды на длинные расстояния очень ощутимы для как раз вот этого, того повреждения, которое он пережил. Но в любом случае, вот он недавно по телефону, мы с ним разговаривали, он сказал, что, по крайней мере, на закрытие выставки, это в конце июня, когда вот здесь будет идти празднование Дня города, да, он постарается здесь быть. Его очень интересует, как здесь получилась экспозиция. Она здесь действительно получилась, на редкость хорошо получилась. В Екатеринбурге она была, и в Каменске, и Уральске она была значительно слабее сделана. То есть само помещение иногда диктует экспозицию. Здесь она получилась достаточно удачно. Вот, и даже здесь вот то, что не вошло у нас там «Женщины и монстры» наверху, рядом с цветными вещами, мы поместили сюда, в это кафе, они оказались здесь как раз к месту, так сказать, эротические, да, да, эротические мотивы. Да, и место в кафе. А выставки? Путешествовала? Да, есть все, есть там все. У меня вопрос к Елене Анатольевне, к вам попутно. Каким образом вы вышли на Магнитогорск? Ну, Елена Анатольевна, так сказать, давно о нашем музее наслышана. Мы о Магнитогорской галерее тоже наслышаны и в курсе ее деятельности. Я так или иначе различного рода информацию получал о деятельности Магнитогорской галереи. Вот. Но здесь сам ни разу не был. Вот. Более того, ее предшественница, она даже бывала в Екатеринбурге на большой выставке, которую в 1998 году мы делали графики из «Орбита» на «Вайнер», там гигантскую выставку, 1200 листов выставляли из нашего собрания. Это европейская, старая русская, советская, уральская графика.
Это была такая генеральная репетиция перед большой выставкой в Петербурге, которая состоялась у нас в 2000 году в Манеже в Питерском. Вот, где все самые главные шедевры собрания музея мы вывозили. Вот ее предшественница была на этой выставке в Екатеринбурге и знакомилась, и задавала мне ряд вопросов и так далее. Вот, так что я немножко знаком с деятельностью галереи. Но увидел это помещение, в общем-то, я впервые, и, в общем-то, я пришел к убеждению, что мы можем сотрудничать и дальше, особенно, ну, не такими гигантскими, может быть, и такие же выставки большие будут, особенно старые мастера, если вот сподобится ваше руководство городское в финансовом плане. Допустим, выставка та же от Дюра до Гоя, или даже еще шире, допустим, от 15 века до 20-го. Мастеров европейской гравюры, это мы можем вам сдать всех великих Рембрандтов, Ван Дейков, и Гойю, там, и так далее. Но кроме того, есть целый ряд выставок небольших, которые можно было бы, допустим, вот там сейчас антиквариат, в том зальчике показывать и так далее. То есть есть темы для разговоров будущего сотрудничества. Вот, поэтому, так сказать, я думаю, что мы будем дружить, и нам тоже интересно в этот очень крутой промышленный город, очень креативный, как любит Лена Анатольевна говорить, креативный город, привозить интересные выставки. Это нам тоже, тем более мы, так сказать, в основном живем за счет того, что мы вот возим куда-то выставки, потому что Ирбит маленький город, это всего 42 тысячи населения, и, так сказать, заработать только у нас, там, тем более мы не имеем туристического фактора на сегодня пока еще, довольно сложно. Поэтому живем за счет основную массу средств, мы зарабатываем на передвижных выставках. Валерий Андреевич, да. Чем интересен Валович? И чем... Вот это вопрос к Тамаре Леонидовне. Сейчас, до этого мы дойдем, вот, до творчества. Просто я хотела узнать вот эту предысторию, но вы, в принципе, так и не сказали. Там, типа, а что? У вас юбилей, мы хотели вам сделать подарок. Я ожидала нет. Там ну, это услышать мы... Нет, насчет вас... юбилея я, кстати, не в курсе, какой юбилей еще. Нет, города. Я не знаю, что за юбилей. Нет, встреча на Эльбе произошла в Челябинске. То есть, когда мне позвонил директор музея искусств и сказал, что Валович Челябинский приедет директор Ирбитского музея, о встрече, которым я давно просила и хотела, но в Ирбит не удавалось вырваться, и ремонт у нас был. В Русском музее мы встречались с Валерием Андреевичем, но как-то там тоже все в суматохе, и переговорить не удавалось. Вот. И то есть пришлось все бросить и ехать, раз Карпов в Челябинском музее, да. Ну, Карпова сложно брать за грудки. Вот. И мы пообщались, и я увидела какой-то интерес у Валерия Андреевича. Видимо, интерес появился и после визита, когда он позвонил буквально через день или через два и сообщил мне. Мне был просто задан вопрос, возможно ли. Я ответил, что сейчас я не могу ответить, потому что у меня уже есть там некоторые обещания, обязательства и прочее. Должен у себя там, приехав домой, разобраться с этим всем, так сказать, и определиться точно со сроками. Поэтому, когда я разобрался со сроками, я позвонил, сказал, что да, это возможно. Вот. И дальше все уже пошло по накатанной. Дальше дело техники. Да. Спасибо. Вот. А мы сейчас на сегодня, если вас интересует немножко наш музей, то могу добавить, что, значит, мы сейчас занимаем практически два здания действующих. Это у нас на Елизаревой здание музейно-выставочный информационно-образовательный центр, где у нас три экспозиционных зала, где главный блок хранения, административный блок, и есть киновидеолекционный зал с окружающим звуком, так сказать, на базе которого у нас также открыт виртуальный филиал. 42 тысячи, да, кроме 42 тысячи всего. Да, кроме того, у нас действующий особняк, значит, бывший особняк, дом купцов Казанцевых, где у нас открыт так называемый отдел нашего музея, это музей уральского искусства, где у нас 13 экспозиционных залов и, значит, больше 500 квадратов площади, где основная постоянная экспозиция у нас, вот, начиная с 17 года, и, то есть весь 20 век уральского искусства. Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и графика. Вот. И кроме того, мы сейчас заканчиваем уже реставрационные дела, ремонтно-реставрационные дела в третьем здании. Это бывший торговый ряд Ирбитской ярмарки, один из торговых рядов Ирбитской ярмарки. Здание, значит, в котором у нас будет два, там будет размещен в дальнейшем музей гравюры рисунка, наша главная экспозиционная площадь.
Там будет у нас 27 выставочных залов, общей площадью 1100 квадратов экспозиционной площади в два этажа. Там же плюс общедоступная научная библиотека музея будет иметь место и так далее. То есть там будет уже постоянная экспозиция. На втором этаже западноевропейской графики, на первом этаже русско-советская графика, начиная вот русская от Петра Великого до сегодняшнего дня. А западная экспозиция на втором этаже, начиная от эпохи раннего Возрождения, тут от конца 15 века и по сегодняшний день, до Хуана Миро, до Марка Шагала, до Рамона Пуйоля там и так далее. Кроме того, у нас целый зал Ван Дейка, целый зал Гойи в перспективе, целый зал Гаварни, зал Высокого Возрождения, зал Рубенса и его времени, зал Рембрандта его времени, так сказать, французы там роскошные совершенно у нас и так далее. Зал Наполеона его время будет в этой экспозиции. То есть на что посмотреть. Вот. Кроме того, роскошная коллекция европейской сатирической литографии с 20-х, 30-х, 40-х годов 19 века. Там прежде всего, конечно, Гаварни. У нас можно, кстати, Гаварни привезти сюда. У нас роскошная коллекция, где-то порядка около 150 листов. И можно ее роскошно здесь показать. У вас каталог есть, написанный сотрудником Эрмитажа и так далее. Но самое главное, что у нас самая как бы особо редкостная вещь, это у нас, конечно, капричус Гойи целиком, все 80 листов. Копии не держим. Мы всего третий музей страны после Эрмитажа Игумени имени Пушкина, который имеет полный капричус Гойи, да. И кроме того, еще два листа из «Диспаратос» у нас, как раз «Бой быков» и «Безопасная глупость», или «Королева цирка», он еще называется. Вот вкратце. Кроме того, я говорю, мастера уже 20 века, там и так далее. Ну, а русско-советских я не говорю. Это, кстати, вот мы часть каталогов сегодня вот привезли. Вы можете у Ильи Анатольевны познакомиться с теми выставочными программами, которые мы так или иначе в разное время делали. Публиковали там наши вещи. Вот сейчас у нас как раз... Сергея Воловича, да? Расскажите. Да. Я не знаю, все это уже... Все было преамбула. Все уже сказали вроде. Я хотела тоже сделать, начать с комплимента администрации этого выставочного зала, потому что Волович, когда открывал свою выставку в Ирбите, это было 13 залов в роскошном оформление, прекрасная экспозиция, и он сказал, что я не узнаю себя как художника в этих залах. То есть то, как сделана экспозиция, играет очень большую роль. После нас он поехал ну, там, в августе. Это было, мы открывали выставку 20 июня. Здесь, в Ирбите. Нет, в Ирбите. 20 июня 2008 года мы открыли выставку у себя. Нет, и... Вы уже не возвращайтесь к Ирбиту, ладно? Я сейчас говорю об этом зале, где выставка смотрится так же великолепно, как у нас. Потому что в Свердловске она очень проигрывала, и он переживал за то, что она на Вайнере выглядит ну, не так, как ему хотелось бы, слабее. Вот я к чему сказала, что он не узнавал себя в экспозиции. А здесь как раз очень достойно. Он представлен очень полно. И это комплимент хозяевам прежде всего, с чего я хотела начать. Что касается Воловича, то я была у истоков как раз начала собрания этой коллекции в 72-м году, в 73-м. Я помню эти выставки и то, как он дарил эти работы. Я слежу за его творчеством все эти годы. Он интересен сам по себе как художник, он интересен своим собранием, своих произведений. И он интересен тем, что он еще и писатель, он пишет о себе. Поэтому работать с ним – одно удовольствие. Второе удовольствие я получаю от того, что я работаю в музее Карпова. Очень, то есть там такая почва для работы, для занятий наукой, потому что у него очень четко выстроена концепция. Не смотрите что на сегодня, что это открылась эта выставка. Она готовилась вот все эти 30-35 лет. У нас открылась сейчас выставка Якубовича, работы, которые Якубовского, которая была куплена в 78 году. И она вот только сейчас сформировалась, сработала, и мы ее открыли. Поэтому вот эта политика, которую Валерий Андреевич ведет, она очень интересна и она увлекает очень. Ей хочется следовать, ее хочется поддерживать и заниматься. Каждая выставка, заметьте, каждая, сопровождается выходом цветного каталога. Согласитесь, не каждый, даже столичный музей делает себе такие подарки в виде каталога, афиши, пригласительного билета, конверта специально выпущенного к этому событию. Здесь все это в
выпускается как бы само собой разумеющееся. Виталий Михайлович Волович сам, когда бывает на открытии, выступает, он очень много говорит о своем творчестве. И вот уже все его серии перечислены. Это «Глыба», это мастер величайший мирового уровня, мастер книжной графики. Потому что даже достаточно посмотреть на те дипломы, на те выставки, на которых он участвовал все это время, у нас в стране и за рубежом, то вы поймете, что это уникальная личность и уникальный художник. Дай Бог ему здоровья, чтобы он поправился и продолжал дальше работать. Что еще сказать о творчестве? Он знает все техники, он знает, как мастер, все виды гравюры. Он работает в оригинальной и в эстампной техниках. Это все на выставке, это все можно рассмотреть, увидеть и понять. Но он график? Он график. Он до мозга гостей играет. Нет, даже его цветные вещи, которые иногда называют живописью, да, они графичны по сути своей, и они выполнены, в принципе, в темпере, в гуаше. Вы знаете, что вот, глядя на эти работы, я представляю, каков объем у него знаний. Вот почему его тянет именно, понимаете, классика западноевропейская. Его тянет, вот, у него интерес к этим мистериям, интерес гротескности какой-то, к этому к яркому изобразительному ряду, выданному в черно-белом варианте. Тем не менее, там все выпукло и все ярко. Откуда у него такие знания? Во-первых, можно я отвечу, да? Значит, во-первых, я должен сказать, что Волович это на сегодня, его можно сравнить только, пожалуй, с энциклопедистами вот 16 или 18 века, да? Он настолько глубок и всеобъемлющий. Во-вторых, он сам из семи писателей, отец и мать писателей, вернее, отчим писатель и мать его писательница, да? Огромная дома-библиотека. Он из города Спасска на Дальнем Востоке, но когда ему было совсем еще там ничего, мама перевезла его в Екатеринбург, то бишь Свердловск тогда, и он свердловчанин до мозга костей. Дома огромная библиотека, он начал читать очень рано и перечитал все, что только можно, всю мировую классику. И еще с ранних лет он его главный интерес – это Средневековье. И все, что связано с этим, это и поэзия, и романы, и ну, все, что история и так далее. Это весь круг его интересов там. И естественно, что он как-то вот в этом, и через призму именно Средневековья он видит и современный мир. Ведь большинство вещей, да даже его иллюстрации к Шекспиру, там, и к, господи, Тристану и так далее, это все равно, это как бы, это современный мир через призму Средневековья преподнесенный. Это связано с тем, что он шестидесятник, во-первых, условия цензуры с советского того строя 60-70-х годов диктовали раз вот это подводное течение, которым он использовал книжную графику. К ней не прискребешься, есть текст, и он ему вроде как бы следует. С другой стороны, он все политические перипетии, которые происходили, международные события, он все пропускал через эти серии. Это однозначно. Да. Отсюда и слово «мистерия». Но аллегория тоже возможна. И, кстати, он очень, по сути, свой очень театральный художник. Его, так сказать, особенно его книжные серии, да и многие станковые, они построены по принципу театральных кулис, театральной сцены и кулис. Тем не менее, почему он не ушел? Его звали активно и много звали и в театр, и в оперный, и в драматический театр. Ну вот так вот он остался, так сказать, в книге. Да, он все-таки он книжный художник. И он, кстати, вот в каталоге, который мы привезли, который в кассету сейчас можно, по-моему, купить, он там пишет, там два есть его текстовых блока, помимо статей Голунцов, наших уважаемых искусствоведов. Сергей Васильевич, вы знаете, наверное, действительно член Академии художеств, жена кандидат наук. Вот. Там он пишет о том, что, вот, к сожалению, вот книга сейчас умерла, и он вынужден уйти, так сказать, в станковые серии, но в этих станковых сериях воплощать многие из тех замыслов, которые у него остались нереализованными, так сказать, в книге. И, так сказать, вот, кстати, счастье, вот перед самым его юбилеем, ну, это бывает, знаете, вот раз в жизни такое, вдруг появилась целая куча там богатеньких буратин, то бишь спонсоров, которые помогли ему осуществить целый ряд вот таких книжных изданий. Значит, вот сейчас уже пятая, по-моему, книга у него выходит. Да, во-первых, вышла книга его «Текстовая мастерская». А у него есть школа? Нет. Он настолько индивидуален,
он настолько могучий, всеобъемлющий. Я бы назвал, извините, я бы сравнил его с Леонардо да Винчи. Как у Леонардо были только эпигоны, подражатели, и очень мелкие, кстати, подражатели. Ни один из них не мог, даже Франческо Мельца, самый вроде бы лучший из его учеников, не мог подняться до гения Леонардо. Так у Воловича есть подражатели, его манере подражают, графические, там, живописные и так далее. Но ни один из них не может подняться. Поэтому Волович это такая глыба, как Эверест в современном нашем уральском искусстве. И все-таки не зря ему, хотя он даже не был членом Академии, ему сразу присвоили член-корреспондента Российской Академии Художеств. Эта фигура, ну, я не знаю, с кем, как его с современными сравнить, с кем. То есть глыба, невероятная совершенно глыба. С ним интересно беседовать, он может себе, так сказать, позволить юмор, какой тут же тебе в разговоре, очень образный юмор и даже ерничество иногда, и по поводу самого себя, кстати, он очень часто ерничает. И дневники его, кстати, вот дневники его, да. И эти книжки, они как, да, учебники, они затмили, да, все искусствоведческие труды. Да, хотя, да, за 80 лет, 48-го года, о нем написано очень много. Я как-то составляла его в библиотеку. Но они как, это на научно-исследовательские? Трактат по искусствоведению? Это трактаты как раз, вот у Леонардо или эпохи Возрождения художники писали трактаты, здесь именно трактат, он написан человеческим языком. Вот вышла книжка его, «Мастерская» называется, «Записки художника», да? Чисто текстовая книжка, там несколько картинок внутри, там помещено его вот из разных серий, и все. Это его воспоминания, начиная с детства, и, так сказать, отрывки, вернее, воспоминания. Автобиографические записки, да, там он о художниках пишет, и о своем искусстве размышления, и об искусстве его собратьев, наших уральских художников, там и так далее, и так далее. Но такая глыба знаний, такое погружение в мир вообще, так сказать, и мир чувствований и так далее. То есть невероятно, читать надо. Это энциклопедия. Поэтому эта книжка моментально разошлась. Первый тираж просто в лед сразу разошелся в руках, она даже на прилавок попала. Скажите, прямо в Москве. Время завуалированного искусства и сегодняшняя вседозволенность как-то ощущается в его работах? Нет. Вот эта вседозволенности нет. То есть он... многое из того, что здесь, это бы, конечно, в советские времена не пустили бы, просто не пустили бы. Я помню время, когда, так сказать, его «Страх и отчаяние в Третьей империи», вот триптих висящий наверху, просто наша Худякова Лидия Санна, зав. Отделом культуры Компартии, просто сняла с выставки. Просто сняла с выставки, запретила показывать эту вещь. Она в ней углядела чего-то там, намек на коммунистический фашизм. Что-то такое. И сейчас у него какие темы? Все те же самые. Тоже? Все то же самое. Сейчас же разрешено, сейчас никто не снимет. Пожалуйста, никто ничего не снимает, но все то же самое. Но он, у него внутренняя своя цензура, он не позволит себе сделать вещь откровенно плохую, это во-первых. Он даже по поводу хороших вещей иногда так комплексует, знаете. Вот. Сейчас он откровенно философствует. И он философ. Как человек, он сейчас откровенно философствует. Да. Создает свои работы, вот мастерская. Вот серия «Мастерская», вы посмотрите, увидите. Это просто сплошная философия. Это не только быт художника в мастерской, там приход в мастерскую, уход из мастерской, там влюбленные художники, манекен, допустим. Или там еще что-нибудь такое. То есть это надо... Понятно. Это мир. Спасибо. Мир художника. На слов просто не хватает. Очень открытый, очень коммуникабельный, очень открытый для общения, контактов. Очень контактный человек. У него, кстати, дочь искусствоведа. Да. Да. А она не пишет? Нет, она не работает в этой области. Но закончила искусствоведческий. На фоне такого папы, наверное, очень сложно. Да, рядом с таким отцом быть искусствоведом, это лучше не быть искусствоведом вообще. Ну, теперь надо посмотреть. Да, теперь надо посмотреть. Что? Да, наверное, можно уже подытоживать. Ну, хотелось бы в конце сказать, что получили уникальный опыт сотрудничества теперь уже с Ирбитским музеем. То есть у нас совершенно одно было общение с музеем искусства Челябинска, когда мы делали экспозицию. Вчера мы просто все сотрудники по следам ходили за Валерием Андреевичем, и ценные советы все эти воспринимали при составлении Карпов экспозиции. Карпов давал ЦУ. Да. Вот. То есть, у нас Карпов фамилия знакомая. Но да. Я в курсе, что у вас мэр даже по фамилии Карпов. Опыт уникальный. Нас этой фразы не напугали. Опыт уникальный, и
сегодня, наверное, вот и в тему, и большим сюрпризом будет звучать симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы и балета, где будет дирижировать Рубен Агаронян и Сергей Приходько. Я думаю, это тоже новое будет на фоне такой вот уникальной выставки. И мы хотелось бы пожелать, сказать им спасибо, пожелать приятных впечатлений, эмоций, размышлений на фоне экспозиции такой замечательной музыки. А я бы хотел добавить, что спасибо коллективу, который решился на это, который перенес все тяготы этой экспозиции, потому что задуманная экспозиция была, вернее, как я ее выстроил, я имею в виду тяготы с повесткой, выстроена была по классическому академическому принципу, то есть чистейшая академическая экспозиция, вот, и, к сожалению, несовершенство вот той повесточной системы штангитарной, которая она этому мешает, но это, видимо, дальше музей тут предпримет шаги, видимо, галерея по некоторому улучшению в этом плане, вот, но экспозиция получилась, и я этому рад и доволен, что она все-таки получилась, несмотря ни на что. Я тоже дополню как раз тем о том, что вот на вашу реплику наш музей, вот то, что, о чем мы сейчас говорили, очень много видов деятельности осталось за рамками этого разговора. Стала практикой в наш музей приезжать на день, на два, на три, на неделю, с тем, чтобы получить новые знания и опыт. Вот к нам приезжают студенты из Уральского университета, да, на целый день, с утра до вечера. Фонды, хранение, учет, реставрация, развеска, повестка, экспозиция, оформление работ. Это все им преподается. Как паспорту делается. Как, вот, абсолютно. Они получают огромный опыт, они получают огромные полезные знания. И мы тоже всех вас приглашаем. Можете приехать к нам вот своим коллективом, побыть у нас денечек, походить по нашим зданиям, посмотреть экспозицию. А у нас есть что посмотреть, да, кроме 3-4 постоянных экспозиций. Вот сейчас новое здание готовим. И приглашаем всех. Валерий Андреевич забыл сказать, у нас «Белые ночи», да, в мае месяце. С 18 мая по 30. Не надо ехать в Питер. Да. А потому что мы на одной широте с Петербургом, и у нас поэтому «Белые ночи». Ну, питерские известные ночи, а у нас их... Ну, уже разработана программа, издан буклет, в котором обозначена и новая фотовыставка американская, и два концерта. Просмотры спектакля. Не два, больше концертов. Да. Там, ну, это за на неделю, я буду сейчас поехать. И даже видеопремьера балета «Лебединое озеро», постановки английского «Супер», сейчас, постановочки режиссера Мэтью Бьорна, где лебедей танцуют мужчины. Сейчас никого ничего не уделаешь. Так что вот, даже такая видеопремьера у нас состоится. Просто приезжайте в город посмотреть. Спасибо, давайте посмотрим. Спасибо. Ну вот, народ подбирается. 10 минут как раз. Добрый день, дорогие друзья, дамы и господа. Мы рады приветствовать сегодня вас в Магнитогорской картинной галерее на открытие новой экспозиции. Это, об этой экспозиции мы мечтали и рады представить будем сегодня вашему вниманию «Мистерии Виталия Воловича». Выставка предоставлена Государственным музеем изобразительных искусств города Ирбита. И слово для презентации этой выставки хотелось бы передать директору Ирбитского государственного музея Карпову Валерию Андреевичу. Не выговорю столько. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дамы и господа, я искренне рад приветствовать вас всех сегодня здесь на открытии этой замечательной, потрясающей, уникальной совершенно выставки. И рад представить вам огромное собрание работ Воловича из нашего музея. Те, кто не в курсе, что это за музей, буквально два слова. Ирбитский государственный музей изобразительных искусств существует с 1972 года, когда начинался совершенно как простой городской выставочный зал, не имевший никаких своих коллекций. За 37 с небольшим лет мы сформировали собрание, которое насчитывает свыше, вернее, точнее, уже около 12 тысяч произведений.
хронологические рамки коллекции, начиная от конца 15 века и по сегодняшний день. Мы позиционируем себя прежде всего как музей, единственный в стране специализированный музей гравюры и рисунка, где собраны шедевры старых европейских, русских, советских и в том числе уральских мастеров. Такие имена, как Тициан, Тинторетто, Федериго Бароччи, Ван Дейк, Рубенс, Рембрандт, Гойя, Дамье, Гаварни, господи, Тулуз-Лотрек, Эдуард Мане и современные мастера, вплоть до Хуана Миро, представлены в нашем собрании. Кроме того, мы 35 лет дружим с Виталием Михайловичем Володичем, начиная с 1973 года. И за это время мы много покупали у него вещей. Он многократно дарил нам свои вещи. Его друзья дарили нам его вещи. Разными путями формировалась эта коллекция, которая на сегодня насчитывает порядка 3,5 сотни произведений. Мы сюда привезли 311 работ Виталия Михайловича Воловича. Очень маленькую часть вы увидели вот здесь уже на первом этаже, вот в вестибюле и в театральном кафе. Вернее, в кафе, как это называется, не театральное, как оно у вас называется, кафе. Здесь малая часть его экспозиции, работы из серии «Женщины и монстры». Основная часть экспозиции на втором этаже, и она охватывает практически все 60 лет его творчества. А посвящена выставка вообще его 80-летию, которое прошло в прошлом году. Магнитогорск уже пятый город Урала, где эта выставка экспонируется после Ирбита. И везде она пользуется громадным успехом у публики. Внимание к выставке, так сказать, неизменно. И во всех городах, где эта выставка экспонируется, активно и раскупают и каталог, который мы издали. Такой фундаментальный, самый фундаментальный каталог Воловича, какой только можно себе придумать. Там роскошная статья действительно члена Академии художеств Сергея Васильевича Голунца и его супруги. Значит, и роскошный весь остальной текстовый материал, в том числе статьи самого Воловича. Огромный массив репродукций его произведений, которые, так сказать, напечатаны в цифровой печати. Что еще сказать? Я рад представить сегодня эту выставку здесь, в Магнитогорске. Это первый опыт сотрудничества нашего музея с вашей галереей. Я думаю, не последний. У нас уже есть темы для разговоров на дальнейшее наше с вами сотрудничество. И я надеюсь, что эта ласточка, этот первый блин, который сегодня мы печем, не будет комом. Итак, радостных вам открытий, откровений. Такого Воловича, если я знаю, что у вас есть в собрании своя коллекция Воловича, вы активно и много показывали его, и эту коллекцию, и другие привозные коллекции Воловича, но такого Воловича вы не видели и вряд ли его такого знаете. Радостных вам откровений, открытий, приятного вам вдохновения на его работах и вот той радости, того, извините меня, скажу современно, того кайфа от того, что вы сегодня увидите, от того, что вы почувствуете. Вот дай Бог вам этих вот радостных, больших впечатлений. Что? Звоночек. Какой звоночек? У вас есть звоночек? Давайте. А, да, извините. Я ей сказал вот еще о чем. Виталий Михайлович, к сожалению, не мог сегодня приехать сюда, хотя он очень захотел. Дело в том, что в ноябре месяце прошлого года он получил довольно тяжелую травму позвоночника. И благополучно, слава богу, прошла операция, он сейчас ходит, работает, все, но врачи запретили ему переезды на дальние расстояния. Поэтому сидеть в машине, в тряске, прочее, в общем, видимо, там нельзя пока еще. Но он пообещал, что... Видимо, к концу июня месяца, а выставка будет до юбилея вашего города, значит, он постарается обязательно все-таки приехать. Он надеется, что к тому времени его состояние здоровья будет достаточно уже в хорошем состоянии, чтобы совершить такой вояж. А потом вы включаете громкую связь, да.
Виталий Михайлович, добрый день, Карпов. Я приветствую вас из главного вестибюля Магнитогорской картинной галереи, где передо мной стоит совершенно непробиваемая толпа народа, рвущихся просто на вашу экспозицию. Вы, наверное, слышите их аплодисменты. Тут куча телекамер и прочих всяких корреспондентов, газет и прочих, я не знаю, каких там еще изданий. Вот. Мы поздравляем вас с открытием выставки. Сейчас вот буквально оно происходит. Вот. И я сейчас передам трубочку директору Елене Анатольевне, чтобы она включила громкую связь. Все, говорите с ним. Виталий Михайлович, добрый день. Магнитогорск, горячая магнитка, поздравляет вас с открытием экспозиции в Магнитогорской картинной галереи. Желаем вам здоровья, желаем вам творческих успехов, мечтаем вас увидеть в Магнитогорске. Просто вот, наверное, сейчас не все услышат ваш голос, но хочу, чтобы по громкой связи вы услышали аплодисменты тех, кто сегодня присутствует, и горячие благодарности. Ну, сейчас он что-то скажет. Так. Спасибо огромное. Да, Виталий Михайлович, мы ждем. Я хочу еще добавить, что экспозиция получилась удивительная совершенно. Тот же самый качественный уровень, что был в Ирбите. Так что можете быть довольны. А сейчас ждем ваших, слов. Слышали что-то, да? Так, все, включился. Дорогие друзья, еще хотелось бы сказать, что сегодня впервые в Магнитогорской картинной галерее звучит симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы и балета. Я думаю, вы получите незабываемое впечатление от сегодняшнего мероприятия. Дирижерами являются Рубен Агаронян и Сергей Приходько. И Виталий Волович, добро пожаловать. Ну а теперь просим. Проходите.
Thank you.
Thank you.
Thank you.